Друзья, всем привет! Речь пойдет сегодня о площадке Pandao, которая уже сейчас нашумела со своими распродажами. Я прошу прощения за такой голос. Мне и так он обычно противный, но тут я еще и простыл. Так вот, хочу сказать, что я ввязался в эту авантюру, уже потратил около 8 тысяч рублей, чего вам не советую. То есть я не советую вам переходить на Pandao и покупать там. Но так как я являюсь каким-никаким блогером, да, то решил сделать эксперимент. Ваше дело только наблюдать. И как бы вот, ну и на этом все. Ну, если вы такой рисковый парень, конечно, можете заказать, потому что цены здесь нереальные. Вот посмотрите, Honor 9 Lite, да, за 6160. Ну, на Алиэкспрессе, на Алике, да, ну, такой телефон вы найдете, ну, максимум за 8500 рублей, да. Может быть, за 9500. За 8500, если постараться, можно, наверное, найти, но все-таки тяжело. Далее, Redmi Note 6 Pro, вот, на 32 гигов, смотрите, цена. И такие цены, тут 50%, да, вот, посмотрите на цены. Ну, кстати, Honor 8X не совсем, тут 50%, а тут написано, кстати, 40% указано, вот. Ну, на Алике можно купить за 14, насколько я знаю. Ну, то есть, цены, обратите внимание, Mi 8 Lite, вот он, кстати, лежит у меня, да. Я его покупал где-то за 15, здесь он 8900. Ну, короче, цены вообще охренеть, да. Если хотите, скачивайте, конечно, рискуйте, но только той суммой, ну, из-за которой вы потом не удавитесь. Вот. А так, конечно, я вам не советую. Уж больно это слишком привлекательные цены, маловероятно. Но все-таки это под патронажем проходит mail.ru, да, площадка типа Алиэкспресса. Здесь продавцы продают так же, как и на Алиэкспрессе, на том же gd.com или gd.ru. Под патронажем, я думаю, что есть некая такая, как сказать, логика компании раскрутиться перед Новым годом. То, что компания mail.ru все-таки богатая компания, может себе позволить заплатить разницу своим вот этим китайским продавцам, да, чтобы вы заказывали. Вот. То есть есть что-то в этом, хотят раскрутиться перед Новым годом, люди заказывают много посылок, много подарков будут дарить, да, и тратят большие деньги. Вероятность того, что раскрутиться в данный момент таким образом очень получится, наиболее высока. То есть какая-то логика все-таки здесь присутствует. Вот. И, ну, собственно, я на то и блогер, да, от слова хер, как так уж говорю, да. Я, конечно, красить волосы, если товар ко мне придет. Сейчас я покажу, что я заказал, да, еще бонусом я распакую Powerbank, тут пришел от Xiaomi на 10 банка, на 10 махов. Так вот, на чем остановился, я немного подзабыл. Так вот, я как блогер все-таки обязан это продемонстрировать вам на собственном примере, и ваше дело подписаться на канал и посмотреть, все-таки лоханулся или нет. Получу этот товар или нет на 8000. Что именно заказал, я вам покажу на данный момент. То есть давайте сначала, наверное, распакуем. Я вас вот перенесу вот сюда. Штатив у меня тут будет шататься немножко. Я надеюсь, Redmi Note 5 справится с этим делом. И так. Давайте открывать. Как бы так открыть, так, чтобы не повредить коробку. Потому что человек просил меня заказать. Это я не себе заказывал. А заказывал человеку. Он хочет подарить другому человеку. Ну, в общем-то, на подарок. Доставка была быстрая. То есть, пришел где-то курьеровской службой. Так, вот тут, кстати, можно стереть и проверить его на сайте, что это подлинный товар. Вот так вы это делаете. Ножичком или монеткой. Я вот ножом вот так вот сотру. А, кстати, и повредил это самое, циферки. Ну, да хрен с ним. Я этого продавца уже заказываю не первый день. И знаю, что все отлично. Так вот, что касаемо Pandao, там также можно покупать, тут, кстати, запечатано, характеристики. Там можно также покупать и за баллы. То есть у них бальная система, типа как поинты на Gearbest'е. То есть вы регистрируетесь, получаете там 100 баллов за регистрацию, за эти баллы можно покупать товары. Ну, плюс я там еще размещу... Так, там провод еще, вот. Больше ничего нету. Плюс я там размещу промокод, да, вы по этому промокоду регистрируетесь, то есть при вводите этот промокод, не только когда регистрируетесь, а так просто ввести можно промокод, и вы получите еще 100 баксов. Получите еще 100 баллов. Ну и, соответственно, я тоже получу 100 баллов. Кстати, вот так вот все выглядит.
Освещение здесь не ахти, надо бы светильник давно врубить. Вот, может, получше будет. Так вот, вводите этот промокод, ссылка в описании, и получите еще себе 100 баллов. Я к чему это говорю? Если вы не рисковый парень и вы боитесь рисковать, фокус, блин, плохо, конечно, фокусируется, просто жуть, то попробуйте купить не за деньги, а за баллы. То есть проверить площадку. Вот, так все выглядит. Так, ну он заряжен хоть. Так, ага. Разряжен, практически разряжен. Ну давайте проверим на работоспособность. Так. Иди-ка сюда. Redmi Note 6 Pro. Смотрим, будет ли заряжать. Отлично. Вот зарядочка пошла. С пауэрбанком я закончил. Все нормально, пришло отлично. Оценка 5 продавцу. Ну, продолжим. Цены охренительные. Сейчас я вам покажу. Вот тут разделы есть, бренды. Ну и вот так, кстати, товары за баллы. Ну, тут любой товар можно купить за баллы, да. На данный момент у меня что-то там 300 с лишним баллов. Вот. Можно заказать вот такие товары. Я уже могу купить это, ну, бесплатно получается, да. Вроде как. Придет, не придет, другой вопрос. Я заказал вот следующий товар, и сейчас я вам это продемонстрирую. Неудобно, я держу штатив, чтобы не завалился. То есть, проходим сюда. Так, вот у меня тут написано. Так, карта моя не надо. Так, карту, я надеюсь, не засветил особо. Так. Ну вот, смотрите, как тут все выглядит. Во-первых, перейдем. Куда перейдем? Вот они, заказы. Ну и вот, что я заказал. То есть, я заказал по мелочам. Кстати, вот, обратите внимание, какая здесь блесна. Вы это видите, надеюсь. Я так, ну, рыболов, конечно, любитель, но таких блесен я еще не видел. Поэтому вот решил заказать, стоит копейки. Может быть, придет. Некоторые товары мне уже отправили. То есть, я только заказал, уже отправили. Вот, пауэрбанк я заказал. Не знаю, сколько он на Алике такой стоит, да? На 20 тысяч миллиампер. Далее заказал Redmi 5A за 3907. Это не 50%, как они пишут, но все-таки на гораздо ниже, чем на Алиэкспрессе покупать. Да? Заказал вот такой адаптер для зарядки двойной. Тут два смартфона можно заряжать одновременно. Ну, там 1-амперный, 2-амперный с подсветкой. Вот столько стоит. Далее планшет заказал 10-дюймовый за 2800. Почему заказал? Ну, потому что я вот хотел снять видео. Ко мне идет один телефончик довольно интересный. Ну как, он самый дешевый телефон на Алиэкспрессе из адекватных. То есть там компания Легу. Я что-то заплатил 2500. И, ну, хочу снять такой видос про самый дешевый телефон с Алиэкспресса, из Китая. Ну и у меня была мысль еще заказать самый дешевый планшет с Алиэкспресса. Но я посмотрел, такие планшеты 10-дюймовые. Ну, стоят 5000, ну 4900 на Алиэкспрессе, не меньше. И покупать за такие деньги нонейм, хоть и 10 диагональ, нахрен надо, я не стал. А тут хренак, вот представляете, 2800, там есть даже за 2500 рублей. Но я вот купил именно этого продавца, заказал, потому что там вроде есть отзывы. И отзывы неплохие. Кстати, и отзывы есть и по Редмику. Ну и, короче, заказал такой вот еще держатель. Ну, херня, короче, полная. И в общей сложности где-то 8 тысяч, ну, 7,5 я точно потратил, да, еще толком не считал. Ну вот. Но потратил. Я вам не агитирую идти и покупать. Я это сделал, чтобы вам продемонстрировать. Ну, как бы, а вдруг повезет. Ну, не повезет, то хрен с ним. Когда вы оплачиваете, первая транзакция у меня, значит, прошла просто без подтверждения кода по СМС. Далее все операции, все транзакции у меня проходили с подтверждением СМС, что, в принципе, радует. То есть, тут у них защита покупателей, значит, типа как у на Алиэкспрессе. Но непонятно, как, что здесь работает, абсолютно на данный момент непонятно. Лично мне. Так, давайте-ка назад вернемся. Почему я заказал такие товары? Я бы мог за 8 тысяч, допустим, заказать тот же самый Honor, да, вот. Тут, кстати, вот можно еще посмотреть цены, что я тут себе понаоткладывал. Посмотрите, Honor 8X Max. Ну, короче, я мог бы, допустим, Honor 9 Lite заказать за 8 тысяч, даже меньше обошелся. Но он у меня есть, да. Плюс еще я не хотел за 8 тысяч заказывать один единственный товар.
Ну, потому что я тестирую площадку, а вдруг так получится, что продавец, так скажем, но редиска окажется, да? Сволочь, другими словами. И не отправит мне, да, а я буду гнать на всю площадку из одного продавца. Поэтому я раскидал эту сумму на несколько продавцов и посмотрим, что придет, что не придет. То есть уже будет видно. К тому же, так, ну вы там видели, что мне что отправили, что не отправили еще. Заказ сделал только-только. Вот такие вот цены. Обратите внимание, сколько Лека, Ле-2. Тут, кстати, хороший смартфон и стоит всего 4000. Сейчас на Алике его можно купить, ну, где-то под 6. Так, ну это мы видели. Вот я еще видел тут Huawei Honor 7A 4255. Очень хорошая цена. Слишком крутые цены. Реально не очень верится. Но вот рискнул. Тем более, те заказы, которые я оформил, там все-таки люди получали и вроде как настоящие отзывы. Так что, ребята, вам решать. Промокод в описании. Хотите, попробуйте, введите, получите эти баллы и купите баллы. Допустим, вот если вы перейдете сюда, да, вот тут можно телефон купить за 20 548 баллов, да. Ну, короче, волосы я красить себе не буду, если товар придет, да, в зеленый, фиолетовый цвет, как сейчас многие блогеры говорят. Ну, я что, я лысый, я их отращу. Вот. Обещаю отрастить волосы на лысине. Красить мне пока что нечего. Есть только по краям и уши. Вот такие пироги, друзья. Так что вам решать, что делать. Покупать, не покупать. Но подписаться я вам советую. Посмотрите, как я лох. Как я лоханулся. Как меня обманули, не обманули. Будет, я думаю, будет интересно. Ставь лайк, если тебе это было интересно, дружище. Я надеюсь, что не зря я деньги потратил. Даже если они сгорят, будет интересный контент. Как минимум. Вот этот промокод, там вводите, вам дают, по идее, 100 баллов. Ну и мне дают 100 баллов. Далее, кстати, хочу показать вам, что тут указано. Вот о нас есть тут, о нас. Переходим сюда. Что такое Пандао? Ну, давайте вот сюда нажмем. И вот читаем. Итак, чтобы вам было видно, Пандао – это удобный сервис для поиска уникальных товаров из различных магазинов. Мы помогаем пользователю делать покупки, не уходя из дома, делая процесс легким, быстрым и доставляющим удовольствие. Ну, это, ладно, это все реклама. Сервис Пандао предоставлен ООО mail.ru, Россия, Москва, Ленинградский проспект. Вот так, друзья. То есть, это mail.ru, как я и сказал. То есть, ну, я думаю, что они хотят раскрутиться по типу, как раскрутились в свое время AliExpress, да? То есть, они сейчас, им не хватает на площадке отзывов, им не хватает на площадке реально покупок, заказов, вот этих звездочек всяких там, ну, как на AliExpress, рейтинга не хватает, обыкновенно просто тупо рейтинга. И, в принципе, они могут таким образом раскрутиться, и, наверное, хороший будет старт, я так думаю. Так что, друзья, еще раз, ни в коем случае я не призываю решать вам. То есть покупать, не покупать, дело лично каждого. Если хотите брать, берите на ту сумму, которую вам не жалко потерять, как и я. Я, в принципе, не трясусь за эти 8 косарей, да. Придет — хорошо, запишу видео. Не придет — тоже хорошо, запишу видео с пуканом разорванным. Вот так. Ну, как бы так. Так что, друзья, кстати, ссылка в описании будет на Powerbank. Если кому надо, заказывайте. Как видите, все пришло в отличном состоянии, рабочее. Рекомендую уже. Я, наверное, этот Powerbank, блин, у этого продавца заказываю. Ой, чтоб не обмануть. Ну, 5 штук я точно уже заказал. 5 штук получил. Быстрая доставка до дома. Вообще нет проблем. Если, допустим, в Китае заказывать китайца, из Китая именно заказывать, не по России курьером, а, ну, там, короче, получается разница рублей 200. Я считаю, это того не стоит. Лучше получить оригинальный Powerbank быстро, в течение недели, и не ждать там месяц, а то и два, как это бывает иногда. Так что, друзья, еще раз повторюсь. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Запишу еще несколько видео по этому сервису. Кстати, вот ко мне едет вот такой смартфон, я уже заказал, но не здесь, на Алике заказывал. Кстати, я заказывал такой смартфон практически за 6000, здесь он стоит 4184. Да уж, ну это, конечно, не 50%, но, блин, почти, это сколько, на 1500 точно дешевле.
Смотрите, какие цены. Просто охренеть. Куртка 567. Ну, короче, просто нереальные цены. Я не знаю, развод это не развод. Скорее, наверное, развод. Ну, поживем, посмотрим. Все. Давайте прощаться, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, уже сказал. Подписывайтесь.